Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Дезертир, и это снова игра Assassin's Creed 4 Black Flag. Поехали дальше грабить, убивать и веселиться. Ну что ж, следующая миссия по поводу захвата Галеона, я так понимаю. Давайте, кстати, возьмем-ка мы груз. Возьмем-ка мы груз, который здесь находится, прямо вот рядом. Паруса бросать! Накидывай! Поймать! Раз. Два. Надо! Надо уходить от меня! 23-й флагман. Отдать гроб! Блин! Задрайсал! Вы думаете, что мы с вами не сможем убить этого большегрузового извращенца? Блин! А вот и сможем. Сау! Я это просто верю. Хотя, черт, я забыл, что у меня один хп, считай. Пока удачно, несмотря на то, что у нас процент, скажем так, довольно маленький у нашего хп. А вообще, по идее, это должно было быть намного сложнее. Красавцы просто, ребят, мы просто супер. Надо срочно поворачивать корабль. Разворачиваем его, море прям бушует. Держим для абордажа. Итак, мы сейчас можем взять на абордаж несколько кораблей сразу. А нам нужно убить 15 лазутчиков, то есть, точнее, 15 обычных людей и лазутчиков, которые, скорее всего, будут бегать к нам. Что ж, нам осталось убить уже меньше, определенно меньше. Не пускать их сюда! Гребаная хрень, мне надо повыше поднять свой. Попадает с этого. Ну что ж, убьем кого-нибудь другого. Так, мы теряем под первого человека из экипажа. Так, ну зато мы убиваем. Блин, а почему мы реально экипаж теряем и теряем прям вообще жестко? Так, за лазутчиками. За лазутчиками убить. Обороняйте палубы. Блин, зачем мне вниз-то? Хотя бы я теперь больше своего экипажа не теряю.
Ну это круто, такой большой корабль я в первый раз атаковал, он примерно равен моему кораблю, насколько я мог понять. Все. Все сделали. Металл, ром, тяжелые ядра, зажигательные снаряды, экипаж и починить. Стоп, там было можно что-то снизить. Черт, в следующий раз надо будет читать внимательней. Спустить паруса, ловим ветер! Заворачиваем к еще одному кораблю, который мы можем захватить. Наполни каждый дюйм! Убавить паруса от бури! Тащим их в преисподнюю! Ну что ж, опять убиваем. Надо было сдаваться, пока душа. Вот именно. Теперь, ребят, у вас шансы в каком-то смысле. Нету. Надо убить еще одного человека. Абсолютно любого. Я это сделал. Наши. Так, сейчас посмотрим. Я надеюсь, что там еще раз будет вот это снизить что-то там. Снизить известность. Это продайте ром и сахар капитану. Лягу себя в каюте капитана, чтобы получить 200. Да нет, зачем? Мы лучше починим. Но, как я понял, теперь можно капитанам, наоборот, давать... на лапу, скажем так, и они помогут снизить нашу известность. Ну а сейчас мы направляемся к нашему следующему заданию. На этот раз это будет, как я уже сказал, галеон. Попытка его, видимо, второй раз захватить. На этот раз уже тихо. И вот посмотрим, что у нас из этого получится. По крайней мере, мне так кажется, что это будет попытка захвата галеона. Самое интересное то, что я могу спокойно ошибаться. Спустить промселя и бомб промселя! Нельзя использовать быстрое перемещение в шторм. Ну почему? Здесь не то чтобы такой прям шторм, чтобы прям мама не горюй. Теперь мне надо знать, куда мне точно плыть. И плыть мне надо вот сюда. А корабль будет, скорее всего, вот здесь. То есть... В принципе, все понятно. Кстати, вот что-то неизвестная локация какая-то. Ну, видимо, просто... Неизведанная локация, неизведанная локация. Ладно, плывем. А, понятно. Он на нас движется. Накидывай! Свободу группу! Держитесь! Ну как я остановился, я пошел его, а? Хорошо получилось. И все. Он ушел. Этот веселый смерч. Там начали говорить про рифы.
Так, подсказки. Берегите корабли на борда. Точнее, берите, чтобы захватывать груз. Получение добычи можно использовать для улучшения галки капитан, у капитана порта или из собственной каюты капитана. Я вот не знаю, есть ли разница продажи в каюте или у капитана порта. Если есть, то, наверное, стоит лучше у капитана продавать, потому что так будет меньше. Господа! Как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца. Но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Насау. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз, топните и крикните «Да!» Те, кто против, прохнычьте «Нет!» Удивительно, таких... Нет. И парламент не бывал столь единодушен. Ну что ж. Пираты столь безумны, насколько это можно. А нам не дадут сейчас возможности что-либо делать, поэтому будем делать то, что умеем лучше всего. Соответственно, перемещаемся в джунгли. И начинаем в одиночку. Путешествовать по этому острову. Лестница. Здесь где-то еще должен быть. Ох ты ж, для нас сундук. Мы его сейчас возьмем. Обязательно возьмем. Потому что если я его не возьму, я обижусь сам на себя. Итак, можно наверх подняться. Так сказать, еще выше. Я вообще люблю высоту. Так люблю, что она придает уверенность в полете смерти и прочем. Воу-воу-воу-воу. Зато это есть возможность подъема, скажем так. Я думаю, наверное, вот здесь стоит подняться и забрать сундук. Тем более, что мы там подняли 90-рублевый крест. Эх, тяжела пиратская жизнь. Можно все время куда-то карабкаться, что-то делать, но зато... Мощные мышцы говорят о себе. Эх, век пиратства был интересен. Нет, я, конечно, не знаю, как для вас, ребят, но для меня он был точно интересен. Так, оу, нам там далеко, я смотрю, бежать-то. Там у нас уже начинают появляться враги. А ты докажи, что я по тебе стрелял. Не знаю, видите ли вы кого-нибудь, но я вижу двоих идиотов, которые только что умерли.
джунгли это самое то место для того, чтобы убивать людей. Как мне это нравится. Да быстрее, 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 пока он не развернулся. Готово. Стоп, получается сюда как-то можно забраться. Учи мне. А, ладно, не буду тратить время. Там еще долго-долго бегать туда-сюда, поэтому... Не хочу. Не хочу я тратить... время. Давайте осмотримся просто. Блин, это офигенно красиво. Серьезно, тут даже радуга есть. Так есть, вот так нет. О, а вот и Галеон. Интересно, я смогу угнать Галеон как подобие Джека Воробья, когда он угнал. Правда, он там маленький брик угнал. Все равно мало ли. Что я тоже смогу. Вот. Взял фрагмент. Отлично, хоть один из. Второй, кстати, я так думаю, что также, скорее всего, берется, просто я не сообразил, как именно. Только не понимаю, зачем он прыгает постоянно. Не получилось, тихо. Придется громко. Ну окей. Идиот! Упс. Отлично. Я тоже хочу, кстати, гранаты. Собрать оружие. Так, давайте все-таки убираться из этих гребаных джунглей. Почему я не могу бросать топоры, как в прошлые разы? Вообще, на самом деле,
Лучше под дерево уйти, чтобы вы сверху на меня не смогли атаковать. Ну что ж. Мой друг, здравствуй. Ты в меня целился, я поцелюсь в тебя. Как-то так. Хотя... Я тут смотрю, что тут вроде как можно забраться наверх и взять... И, в принципе, даже к нему можно было забраться вот сюда. Вот. То есть, ну, не так сложно, как казалось. Вообще надо было у него мушкет взять и с мушкета выносить потихоньку. Эта миссия, кстати, затянутая довольно. Что вроде Галеон был рядом. Опа! Чуть не вышел. Пока все тихо. Стараемся ассасинировать и дальше. Заметьте, не анонировать, а именно ассасинировать. Не надо путать хорошие правила. Ну, конечно, на 100% у меня этого в этот раз не получилось, но... Ничего страшного. Alto, quiero hablar contigo. Минус один. Минус второй. Es mío, puedo darle. Правда, что ли? Это все, на что вы способны? О, ребят, да мне вас жаль. Неужто Галеон был под такой охраной? Черт, ты более живучий. No te escaparás tan fácilmente, maldito! Перезаряжусь, что ли? Понятно, видимо, мне будет не до перезарядки. Взять боеприпасы.
9 улучшений у нас сейчас доступно в каюте капитана. Я понимаю, что я могу сразу перейти на Галеон, но это неинтересно. Мне нужно сначала истребить как можно большую часть его охраны. Живее! Живее! У нас еще 4 порта! А ведь мы с ним не так давно встречались, буквально вот-вот. Помнишь свой подарок? Он ответит за меня. Сукин сын! Наглый, как ядро. Да и ума столько же. Извини, приятель. Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив. Мне жаль тебя, Буконьер. После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором. А это что? Мелкие кражи — предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов вроде тебя. Да горит тебе в аду, который ты создашь своими руками. В общем, как-то это печально. Бухта наша! Да. Миссия понравилась. Мне понравилось бродить по джунглям. Так что зачет. Миссия 100%. Классная. Продолжаем. У нас есть какие-то улучшения для корабля. Мы захватили полностью гавань. Молодцы мы. Крутые чела. Привет. Я смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой презент. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. А... Бонжур. Конечно. Я передам. Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. За мной. Тебе на верхний этаж, там все просто. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Проверь коммуникатор. Я отметила там кабинет Оливье. Быстро найдешь. В общем, мы можем дальше все посмотреть, но это уже, я думаю, будет в следующей серии, а для этой серии вполне хватит. Всем спасибо за внимание, с вами был, как всегда, Дезертир, и это была игра Assassin's Creed Black Flag. Пока-пока, удачи!